Электронные сертификаты вакцинации от коронавируса появятся через несколько недель. Об этом заявил эпидемиолог Национального центра общественного здоровья Алексей Чебан. Он также выразил уверенность, что беспрепятственно передвигаться по Европе смогут и молдаване, получившие одну дозу вакцины от коронавируса за границей, а вторую в стране. В то же время он рекомендовал проверять требования государств назначения к сертификату в его посольстве. Персона даты. Человек берет на себя ответственность за оба документа. Не вижу больших проблем, потому что пограничная полиция любой страны может проверить оба сертификата, потому что оба с текстом на английском и оба можно признать действительными. Но нужно учитывать, что для поездки в ЕС подойдет не всякая вакцина. Уния Европеана, например, на момент încă nu recunoaște. Евросоюз пока не признает сертификаты о вакцинации препаратами, не утвержденными Европейским агентством лекарственных средств. Мы ждем решения по «Спутник Ви». Повлиять на это мы не можем. Чебан призвал всех не медлить с прививкой от коронавируса, тем более, что исследования показывают эффективность препаратов и против нового штамма «Дельта».